Так, всем привет, спасибо. Сейчас начинаем доигрывать. Пока комментировать сильно не буду, пока много тут вопросов нет. Сейчас надо вспомнить немножко, что там по игре более-менее. Ну и дальше посмотрим. По комментам план примерно наметил. Одно хп не хватило. Блин, здесь не достает. Ну да ладно. В принципе, не так. В принципе,
другого и быть не могло. Я даже не удивлен вообще ни капли, что так произошло. Ух ты! Блин, что-то тебе чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть да не хватает. Так, ну один удар мы... Да не один, наверное, выдержим уж. Да, обидно, единственный стек проморали. Закинуть на этих. Ну ладно, не буду пока. Тут бы не отъехать бы какому-нибудь фриту. Угу. Блин, опасные. Да, что-то я погорячился на мумиях, так лихо их отбросил.
Макон, хороший выбор. Здесь купим героя, который встанет на вот сюда. Идеальный герой Дамакон для этого, потому что если там он где-то качнется, может, это нам в плюс сыграет. Книжечку. Не забываем. Значит, айдол. Это и вернуть этому. А это все-таки сделать отсюда дойти в замок. Ну, ближе к замку вернуться. И нужен еще герой, который пойдет потом вот сюда. Здесь надо купить питов обязательно на этот ход. И Септиену выпустим, а героя какого-то удалить. В принципе, я нормально. Дамакон здесь. Этот пока пусть думает, куда пойдет. Этим бы неплохо было бы пробиться. Но пока нет. Не до этого.